таинственной женщине любой очарование черта, невидимую киточкой блаженного покоя, окутывающая аурой незримой красота, когда счастливая она находит мир с собой. Я вижу женщину в одежде той весны, когда проснутся все потоки солнца, света, когда в реальности шаги ее легки. Я вижу женщину в мелодии рассвета. Я вижу женщину, рожденную огнем, из пламя страсти, сотворенную поэтом, в признании совершенства вековом, с незримым очертанием силуэта. Я вижу женщину, парящую в небесах, с любовью материнской и святой, с искрящейся энергией в глазах, в мужском плече, нашедшую покой. Я вижу женщину, питающую дух с неиссякаемым истоком вдохновения, в движениях таинства, смыкающую круг, в холсте художника, запечатленном отражении. И света внутреннего непрерывное сияние, как ореолом окружает тех, кто с нею рядом, палитру красок легкой улыбкой разбавляя, тонами мира заполняет взгляд. И чувство ее букет играет разными цветами, переливаясь всеми красками надежды и любви. Лучась, она глядит на всех прекрасными глазами, наполненными нежностью ее душевной теплоты. Хореографический ансамбль «Бисеринка».